that shit. И всем привет, дорогие гости нашего канала. Я не знаю, как у вас, но у меня погода солнечная. А это отличный повод отправиться в далекое путешествие. И сегодня мы отправляемся в разведку, где мы будем лететь на нашем корабле и наблюдать по пути явления, которые нас сопровождают. Ну, начинаем с интересных видео. Любопытный человек, индивид, он увидел в окне горящую сферу. И здесь пришла ему идея. А давай-ка я возьму свой лазер и немножечко посвечу в эту сторону. Это видео с лазером. Оно достаточно интересное, и показываю я его не просто так. Для тех, кто недавно подписался на наш канал, рекомендую смотреть наши прошлые выпуски, для того, чтобы держать курс вместе с нами. В прошлый раз автор канала UFO Today показывал нам подобную встречу с направляющим лазером. Espaço. Sim. E vem falar em mais acima, ver todo o planeta. Todo o planeta? Sim. Você acha que aquilo ali é uma nave que voa? Parece não. Parece não? Interessante, né, pai? Ó, o vermelho ele vai subindo e ele vai colocando, ele sempre vai trazendo mais um, né? É como se fosse, tipo, um grande... Ah lá, ó. Sempre sai do vermelho. Mas será que é? Será que é invasão alienígena? Thank you.
Okay, bud. Let's go back inside. Did you actually go to the bathroom while mommy was watching the skies? Hey, bud. Let's go back inside. В прошлом выпуске мы наблюдали яркие огни в Калифорнии. Но спустя время они снова появились. Но на этот раз они появились в Майами. Давайте посмотрим, что люди там увидели. Holy shit, James! This is fucking crazy. I'm recording. Oh, those are that's like a meteor. That's a meteor shower. Yeah. Yo, I've never seen this in my life. God, please give me $1 million or $1 trillion tomorrow or the next day, because I've never seen this shit in my life. Gracias a Dios. Yo, that's crazy. What the fuck? Holy shit, dog! It's just still going, bro. Yo, that's crazy. Oh, holy shit, crazy. Вы видели что-то странное в этом видео? Эта странность напоминает мне что-то с прошлого сезона. Oh, crazy. Так, стоп. Кто еще не понял, о чем я говорю? Мне очень жаль. Потому что в прошлом сезоне мы уже увидели точно такие события, где навстречу этим огням летит неопознанный объект. Мне немножко пришлось поискать эти кадры. В общем, вот некоторые из них. Если честно говоря, вот этот метеорит, он испортил мне замысел видео. Потому что мой поток меняет направление. Когда я искал эти кадры, я пересмотрел несколько десятков видео, которые я делал раньше. И я очень удивился тем, что еще в тот период были просто потрясающие кадры. Может быть, когда-то мы все вместе с вами посмотрим, что мы наблюдали в течение нескольких лет. Гремчук, что-то на небе сегодня красное, вот горит.
у меня шевелится и вот так мигает. Я вначале думала, может, самолет, но он не летит, стоит на месте. Так, это я так мимолетно записываю видео. Этот объект очень давно снят, я его помню. Крупный какой. Так, что у нас здесь? О, вот этот объект мне знаком. Мы в этом выпуске... В этом выпуске в Бразилии сегодня увидели точно такой же объект. Так что все события, они повторяются. О, запуск ракеты. А здесь как документальная съемка прям. Вот. Эти объекты, которые летают сейчас. В общем, все, что было в прошлом году, в позапрошлом, транслируют сейчас. Falcon 9. В общем, если иногда наблюдать старые выпуски, можно много чего понять. Для начала можно понять, что некоторые события, которые являются искусственными, да? То есть те, которые правители создают, они повторяются, как бы идут циклом. И каждое событие, оно воспринимается как бы по-новому. Вот я смотрю, как люди обращают внимание на какое-либо событие в небе. Они как бы видят, как будто это впервые. И настолько удивляются, что... Ну, без комментариев просто. Ну вот кадр с этим вот самолетом, который невидимый. Если я его покажу еще раз, люди будут его смотреть и воспринимать как что-то новое. Что-то такое, что внеземное. Вот что у нас здесь. Музыка знакомая мне попалась. А я помню этот трек. Это была поддержка для всех вас. Поддержка, чтобы вы чувствовали себя мощным человеком. Здесь не хватает еще мощной цитаты.